Я Вероника Гаврилова, мне 20 лет. Учусь в Чебоксарском кооперативном институте на третьем курсе юридического факультета. Веду активный образ жизни, занимаюсь маникюром и мечтаю в будущем открыть салон красоты. Иду по жизни с девизом «Мечта – наше оружие. Без мечты трудно жить, трудно побеждать». Поэтому, милые девушки, не бойтесь идти к своей цели, добиваться успеха. Все в ваших руках. Здравствуйте, в студии Вероника Гаврилова. 1 февраля нас ожидает облачная погода, небольшой снег. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Температура воздуха ночью минус 13, днем минус 8, минус 10. Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Диванов».